Официально анонсирован s.t.i.l.k.e.r2. Генеральный директор студии Гачгами World Сергей Григорович официально анонсировал игру s.t.i.l.k.e.r2. Он объявил об этом на своей странице в Facebook. Я официально заявляю, GSC Game World разрабатывает s.t.i.l.k.e.r2, написал Григорович. Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта, на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году. Аналогичное сообщение появилось в официальной группе игры «Казаки 3», которую также разрабатывала студия GSC Game World. s.t.i.l.k.e.r, серия игр, основанная на повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского «Сталкер» и реальной Чернобыльской зоны. Последняя часть серии s.t.i.l.k.e.r. «Зов Припяти» вышла в октябре 2009 года, после чего в 2010 году была анонсирована вторая основная игра серии. Предполагалось, что s.t.i.l.k.e.r2 выйдет в 2012 году, однако в декабре 2011 года было объявлено, что разработка остановлена. Команду разработчиков игры уволили, и бывшие сотрудники GSC Game World основали студию «Восток» и занялись созданием постапокалиптического онлайн-шутера «Сурвариум». Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.